Свиные ребрышки гриль в духовке. Ингредиенты. Ребрышки примерно 1 кг. Щепотка соли. Щепотка перца. 1 крупный апельсин. Чайная ложка уксуса. Соевый соус 1 столовая ложка. 2 столовые ложки меда. 1 чайная ложка измельченного имбиря. Чеснок 1-3 зубчика. Для начала необходимо очистить чеснок и пропустить его через пресс. Соединить чеснок с солью и перцем. Хорошо перемешать. Ребрышки вымыть и тщательно обсушить полотенцем. Натереть их со всех сторон чесночной смесью и выложить в глубокую миску. Для приготовления маринада выжать сок апельсина и соединить его с соевым соусом. Добавить жидкий мед и немного уксуса. Натереть на терке небольшой кусочек очищенного корня имбиря и все как следует перемешать. Залить маринад в миску с ребрами и отправить в холодильник на пару часов, чтобы мясо пропиталось. Выложить ребра на противень, можно накрыть сверху листом фольги и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 30-40 минут. Затем аккуратно снять фольгу, полить маринадом и довести ребра до румяной корочки. Когда ребра гриль готовы, их нужно немного остудить, разрезать и можно подавать к столу.